Викиди автотранспорту, виробництво електроенергії, металургія та інша промисловість – це все збільшує показник діоксид азоту на вулицях міста. Екологи кажуть, це недобре. У Дніпрі за станом повітря активно та уважно слідкують експерти «Сейв Дніпро». Чи можна слідкувати за станом корисних та поганих елементів і що це дає? Поговоримо із членом громадської організації «Сейв Дніпро» Геннадієм Кіріченком. Доброго вечора нашому гостю. Що за пристрій ви принесли? Давайте з цього розпочнемо. Несколько лет назад мы объявили сбор средств пожертвований на приобретение такого прибора. Это газоанализатор AeroColas 500, который меряет благодаря разным верхним частям, он меряет разные показатели. В данном случае он сейчас меряет мелкодисперсную пыль 10,2 микрона. Но у нас еще есть другие, которыми мы измеряем сероводород, диоксид азота, диоксид серы и озон. Тобто можна із цим пристроєм прийти будь-куди, на вулицю чи у приміщення, так, і виміряти відповідні показники, що ви назвали. Да, там, я періодично делаю такі заміри в різних частях міста нашого. Для того, чтобы сделать замеры по 5 показателям, уходит где-то примерно 1-1.5 часа, потому что тут есть технические моменты для калибровки. Вы приходите, включаете, да, там, держите его какое-то время. Да, он в течение 10 минут разогревается, калибруется, и потом выдает уже точные показатели. Угу. В принципе, ну, по городу ситуация там почти везде одинаковая. А она потом на экране появляется, да, информация, на экране, или куда-то еще передаете ее? В данном случае он появляется только на экране. Да, я это фиксирую на камеру, потом это все составляю в ролик и публикую. Так, что с этим, как с этим жить? И с чем, собственно говоря, жить? Ну, как с этим жить? Знание, как бы, это первый путь к решению проблемы. Так. Вот, поэтому чем больше вы знаете о качестве воздуха, которым дышите, тем вы понимаете, почему, например, у вас постоянно болит голова? Или... А почему вот, да? Потому что диоксид азота вот, или... Диоксид азота, концентрации большие, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы. Это они все, в принципе, вызывают плохое самочувствие, головные боли. И если человек является аллергиком, то у него еще будут дополнительные аллергические реакции. Мелкодисперсная пыль в данном случае как бы является наиболее плохим загрязнителем воздуха, потому что она накапливается в организме и не выводится. И, соответственно, она может даже выступать транспортом для еще более мелких частиц, которые к ней будут прикрепляться и оставаться у вас в организме. То есть мы, вот, бедные, несчастные жители мегаполиса, никак не защищены? Ну, почему же, допустим... Ну, вот, все накапливается, ничего не выводится. Нет, ну, газы-то не накапливаются, к счастью. Поэтому в зеленых зонах концентрации газов намного меньше за счет того, что есть зеленые насаждения и трава. Если взять, например, улицу, где нет деревьев, и соседнюю с таким же самым транспортным потоком, где они есть, будет кардинально разное. Где у нас самые опасные улицы, зоны, районы в нашем городе? Ну, в нашем, вы уже знаете, в нашем, наверное, городе, в принципе, ситуация почти так вот равномерная по всем показателям. Вы где... все районы уже проинспектировали? Да, вот я недавно был на Западном, везде превышается диоксид азота, это вообще норма для нашего города. Это только у нас в городе, вот в промышленном городе? Нет, я даже делал замеры в Полтаве в позапрошлом году, то там тоже было. Было странно, потому что там нет промпроизводства, там только одна маслобойня была. А это результат вот промышленных предприятий? Ну, и да, промышленных, и автомобили, и, ну, это, в принципе, да, производство и автомобильные выхлопы. Ну, уже автомобилей достаточно на сегодняшний день. Да, поэтому как бы надо увеличивать количество зеленых зон для того, чтобы как бы уравновешивать это. Вот диоксид азота, он превышен во всех районах, вы говорите. Да. Что еще? Вот у нас одинаковые там ситуации
например, там в районе Петровки и где-то в районе там и диоксид азота, и диоксид серы превышен, и мелкодисперсная пыль за счет того, что продукты сгорания, они, собственно, и появляются от них, мелкодисперсная пыль, а там превышения очень большие. Mm-hmm. Вот, в частности, я был на позапрошлой неделе на Западном. И там, как бы, если посмотреть ролик, то замеры там, в принципе, как везде, превышен диоксид азота. Но при порывах ветра со стороны промзоны показатели были, ну, где-то в 10-15 раз превышали норму. Но ветер утихал, и уже становилось все нормально. То есть вот эти показатели, они могут меняться и там с погодой, и со временем года, да, наверняка, да? Если вы думаете, что пошел дождь, и типа сейчас будет все хорошо, то пыль он осядет, но точно так же он и осядет газы, которые были наверху, и у вас диоксид азота станет еще, может стать еще больше, чем был без дождя. Дождь в городе – это вредно, получается? Нет, это не вредно. Просто надо понимать, что если он, дождь прошел, то это не значит, что у вас очистилась природа, и воздух стал намного чище. Ну, то есть, вот, судя по вашим показателям, все-таки неравномерная ситуация в городе? В районах нашего города. Она, получается, все зависит от... И времени года, я же не могу во всех одновременно сделать замеры. Так, время года, там, весной, летом, зимой. Когда меньше 15 градусов, таким мороз. Прибором тепла, то таким прибором уже мерить неправильно. Он не будет показывать качественные показатели. То есть мы зимой, в общем-то, живем... Ну да, зимой я делал замеры в торговых центрах. Вот. Угу. Там, в принципе, ну... Получше, конечно. В общем, вы можете спасаться в торговых центрах. Получше, чем на улице? Чем на улице, да. Ну, вы... так себе спасение, на самом деле. Ну, да. Получше, чем на улице, но все равно не норма. Да, потому что от газа системы вентиляции все равно не будут очищать. Ну, не будет собственник торгового центра вкладываться в очистку газов для воздуха, который заходит в торговый центр. Но показатели по пыли... гораздо лучше. А должен был бы делать, да? Нет. Должны. Ну вот есть же там системы кондиционирования, да, они тоже какие-то дорого. Функции выполняют? Они выполняют в основном функцию только очистки охлаждение. От пыли. От пыли, как бы. Это самое главное, потому что именно пыль является 80 самым большим загрязнителем воздуха. Да, куда вы эти показатели потом направляете и что с ними делать? Вот, ну, плохо. Вы увидели что-то там из ряда вон выходящее, что-то плохие показатели получили. Что вы с этим делаете? Куда звоните, куда бьете вот на бат? Смотрите, как бы я делаю замеры для того, чтобы людям показать, какие есть, да, и люди тогда уже будут определять. Людям это где? В Фейсбуке? Это ролики выкладываются в Фейсбуке и выкладываются на нашем канале в Ютубе. Каждый может посмотреть. Вот я увидела, испугалась, и что мне с этим делать? Вы можете написать заявление в государственную экологическую инспекцию. Так. Но... И государственная экологическая инспекция смотрит и говорит, как несколько лет назад было в Киеве, когда мы писали и в Фейсбуке, и обращение о том, что в Киеве плохая ситуация, и инспекция сказала, что все нормально. Ну, а потом это все нормально, оказалось, что превышение нормы там в 1,5-2 раза. И они сказали, ну, так было последние 10 лет, и ничего, все живы. Да, ну вот, собственно, результат никакой. Никакой, такой. Но сама суть того, что чем больше людей знает, тем больше людей будет направлять заявление, жаловаться, и тогда это уже будет общественное давление. Когда ты один жалуешься, это никогда 10 человек пожаловалось. Поэтому тогда уже начинает как-то меняться мировоззрение чиновников. Мы таким образом можем давить. Что могут сделать чиновники? Вот они, если... в свою очередь, обязаны давить на загрязнителей, для того, чтобы те выполняли экологическое законодательство нашей страны. То есть, если происходит какой-то выброс там, чего-то вредного, да, обращаются, ищут, немедленно должны найти источник этих выбросов. И проводить расследование, понимать причины, кто виновен, и накладывать штрафы, либо там более серьезные какие-то санкции. Были такие примеры в вашей практике, чтобы вот произошло хотя бы какое-то наказание? Нет. В виде штрафа. Пока еще не было. Ну как, просто есть такие штрафы, которые мизерные, и предприятию его проще заплатить. И дальше выбрасывать. Да, и дальше. Вот, например, как часто заводы и, допустим, там теплоэлектростанции не пускают экоинспекторов к себе на территорию. Угу. Они потом платят мизерный штраф за недопуск, и дальше
собственно. А вы измеряете не только в Днепре, да, то есть Save Днепр, Save Днепр, вот эта организация? Данным прибором я измеряю только в Днепре, просто до коронавируса у нас был мероприятие, по, такие так называемые воркшопы по сбору станций громадского мониторинга, которая измеряет мелкодисперсную пыль. И так как они проводились в разных городах нашей страны, то я выезжал туда заранее для того, чтобы показать людям, что, ну, если они считают, что они живут в Полтаве, у них там ничего рядом нет, то это не значит, хорошо, что у них там все хорошо. В Карпатах вы там не мерили еще? В Карпатах не попал. В Карпатах, как ни странно, то там воздух хуже именно зимой, потому что там для людей привычно топить углем или дровами. И когда поселок находится в низине, то это все осаждается. И если посмотреть на карту Safe Ecobot'а, то вот в зимний период, то именно станции мониторинга громадские, которые там установлены, по ним будет видно, что там хуже показатели по мелкодисперсной пыли, чем в других регионах. А вот сейчас, кстати, люди там прошлогодние листья палят и еще, ветки, к сожалению, там старые, не увеличивается. Вот, конечно. Могут вас позвать, например, жители какого-то района, да, где там ощущают, ну, они таком, на запах что-то? Как бы таким образом я поехал на Петровского в прошлом году, и когда я, в принципе, был, наверное, там первый, кто померил, потому что экоинспекция туда не приезжала мерить. Я нашел то место, когда видно, что труба дует на жилой массив, ну как, на жилые строения. И, соответственно, показатели были такие, что люди, которые все время этим дышат, они сказали, ну вот же есть. И таким образом там сейчас организовалась у них активная группа, которая пытается заставить, скажем так, завод Петровского экомодернизироваться. Но в любом случае результат есть от вашей деятельности. Конечно. За последние несколько лет больше людей стали интересоваться качеством воздуха, экологией. Мы сейчас достаточно часто получаем даже такие запросы, где приобрести станции мониторинга не только воздуха, а, например, даже воды. Давайте наостанок продемонструєте, як працює цей пристрій, поміряєте повітря у нашій студії. Да, давайте, смотрите, он уже как бы прогрелся. Да, он уже прогрелся, и показатели PM2,5 – 10 мікрон, PM10 – 17 мікрон. Що це означає на таку звичайну мову? В вашому случаї все хорошо, это ниже показателей критичних, установленных нормами. То бишь 2,5 микрона не должно превышать 25 микрограмм, а 10 микрон не должно превышать 50 микрограмм. То бишь минимум в два раза чище, чем как бы принятые могло нормы. Бути, так? Да. Ну, це дуже радує. Принаймні, така інформація для нас приємна, і у нас атмосфера завжди добра. Я думаю, що наші гості відчуваються. Дякую вам. І пропоную, щоб ми стали ще одним каналом для розповсюдження інформації, якщо ви будете фіксувати у місті щось таке надзвичайне, приходьте до нас у студію, будемо про це розповідати і розказувати нашим глядачам. Хорошо. Дякую вам. Ще раз подякую нашому гостю. Геннадій Кіріченко, представник організації «Сейв Дніпро», був у нас у студії. Я нагадаю, говорили про те, чи можна слідкувати за станом корисних та поганих елементів у повітрі. На цьому випуск завершено. На продовження послухайте про погоду, а також дивіться інші проекти на 9 каналі. Я дякую за увагу, на все добре і до зустрічі у п'ятницю ввечері.